Боливии поля опустевшего гольф-клуба облюбовало стадо капибар. Они прогуливаются на полях для игры в гольф, едят траву и купаются в ближайшем пруду. По словам сотрудника клуба, на территории замечено не меньше 40 капибар, при том, что обычно они живут в группах по 10-20 особей. Эти млекопитающие считаются самыми дружелюбными и крупными грызунами в мире. Ну что ж, желаем им отлично повеселиться, пока игроки в гольф сидят дома.